В Самарскую область придет долгожданное потепление. Скандинавский антициклон уже завтра начнет терять свое влияние на погоду в регионе, а температурные контрасты слегка смягчатся. В дневные часы ожидается до 9 градусов выше нуля, а ночью до 3. Выходные, по прогнозам синоптиков, также будут теплые. Столбик термометра поднимется до 11 градусов. Ветер утихнет, местами по области возможны кратковременные дожди.